Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, единомышленники и граждане Исландии. Вот я такой человек, который не только обращает внимание на детали, но еще никогда ничего не забываю. Вот помните, вы меня спрашивали, что-то у меня тут такое вот здесь. Помните? Вы думали, я забыл? Не забыл. Это у меня такая маленькая-маленькая рекламка. Вот видите у Юльки телефон? Вот Юлька, видите какая? Вроде аккуратная женщина, да? А все равно видите, какой телефон у нее раздолбанный весь. Вот. А вот те, у кого iPhone 6, это же дорогая вещь, это же совсем последнее чудо техники, да, последние технологические разработки в iPhone 6. Так вот, чтобы у вас не случилось с 6 iPhone вот такой вот херни, да, как у Юльки, вот с этим iPhone, не знаю, там какой там 5 или какой там у нее, не знаю. Чтобы у вас такого не случилось, да? Вот тут у меня есть рекламка. Мне эта рекламка пришла из России. Да-да, не удивляйтесь, от одного чувака. И представляете, не просто чувака, а моего подписчика. Он мне написал в рекламе, что если я когда-нибудь куплю 6-й iPhone, чтобы я обязательно купил специальное защитное стекло для этого iPhone 6. И в этой рекламе все мне описал, как это клеится, это специальное защитное стекло, что это за фирма. Фирма, кстати, Моколо. Офигенное стекло. Стекло мне тоже прислало это защитное. Проблема всем в том, что у меня еще айфона 6 нету просто. Не заработал вот, на 6 айфон. Но защитную вот эту пленочку, да, вот это защитное стекло купил. Кстати, толщина защиты всего-навсего 0,3 мм. То есть офигенный продукт. Просто офигенный. При всем при этом, если я не ошибаюсь, по Москве доставка бесплатная. Вот. Поэтому просто рекомендую, кто уже купил себе 6-й iPhone, обращайтесь к этому чуваку, покупайте вот эту вот защиту. Там все элементарно делается. Все прибамбасы для наклейки защиты в комплекте идут. Там скребок, там пузырьки, тампоны, все это идет в комплекте. То есть покупайте, заказывайте. По Москве, как я уже сказал, вроде доставка бесплатная вроде. Ну и по России тоже есть возможность доставлять. Вот. Да что я вам рассказываю? Вон тут под роликом ссылочка, да? Заходите в его группу, да? Смотрите. Вот. Покупайте. И чуваку будет хорошо. И нам, гислянцам, будет хорошо. Может, что-нибудь нам и пришлет для развития инфраструктур. Может быть, когда-нибудь даже у нас в Гисляндии будет открыт огромный завод по производству защит разных. На айфоны, на лобовые стекла для легковых автомобилей.
для телевизоров, для чего угодно. Хрен его знает. Мы пока что еще страна молодая, развивающаяся. Вот, посмотрим, короче. В общем, заходите по ссылочке, делайте заказы. А я с вами прощаюсь, потому что у меня тут бугур и котлеты стынут. Вот, короче. Чао!